После череды неудачных попыток опровергнуть выдвинутые против него обвинения в шпионаже, российский журналист Леонид Свиридов был депортирован из Варшавы, а также был лишен вида на жительство в Польше. Свиридов считает решение польских властей политически обусловленным. Корреспондент РИА Новости также добавил, что будет обжаловать решение о его депортации в суде и надеется на независимость польского суда, что поможет ему победить. В случае отрицательного результата Свиридов утверждает, что он намерен подавать иск в отношении Польши в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это абсолютно политическое дело, поэтому что могу сделать? А потому как это вопрос политический, то решиться он может, я считаю, политическим путем. Раз. А второе, я все-таки верю в право и справедливость. И все-таки надеюсь, что суд в Польше независимый. Что нельзя просто так человека взять, выгнать из страны без каких-то объяснений, мотивировки и объяснения, в чем является угроза. В прошлом году Министерство иностранных дел Польши аннулировало журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После того, как агентство внутренней безопасности объявило российского корреспондента угрозой безопасности Польши, польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство. Чувствую себя... Ну как, ну грустно. Грустно. Просто я отдал этой стране в общей сложности 18 лет своей жизни. И считаю, что такое решение в отношении меня абсолютно несправедливо. Ни с юридической, правовой точки зрения, ни с точки зрения человеческой. Процесс Свиридова тянется уже 15 месяцев. За это время он несколько раз обращался в суд с требованием рассекретить материалы его дела. Однако суд все обращения отклонил. История российского журналиста уже дважды попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы Дуньи Миятович о нарушении прав журналистов в странах организации. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с Миятович на эту тему. Ранее российский МИД заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.